Начало тренировки ведется с поводка. Сидеть. Вот. И все действия отрабатываются на поводке, тем самым мы подсказываем. Команда лежать. Жест идет у нас вниз. Также поводок. Вот у вас в руке поводок. Команда лежать. Лежать. Ты тянешь поводок вниз. У тебя идет рука вниз, тем самым ты ему подсказываешь. Это самые основные команды для начальной дрессировки служебной собаки, рассказывает инспектор-кинолог Кирилл Кожевников, воспитанником Сергея Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. В рамках программы «Радуги радуйся» дети посещают Центральную районную библиотеку имени Розанова, сотрудники которой каждую среду подготавливают для них самые разнообразные познавательные и игровые программы. Берем какую-то тему, может быть, какую-то важную дату. Вот прошлое занятие у нас было посвящено Дню физкультурника и Олимпиаде. Сегодня у нас кинологи, разговоры о служебных собаках, вообще о служении собак человеку. Молодая немецкая овчарка Остер приступила к службе не больше месяца назад, и на ее счету пока еще нет громких раскрытых преступлений. Это следовая собака, ищет следы преступников, вещи преступников, которые оставили на месте преступления. Ему 1,5 года, формироваться он будет до 3 лет, вырастет к 3 годам. Вот, работает, все. Разыскные собаки занимаются поиском преступников по горячим следам. И четвероногим сотрудникам полиции тяжело работать в городе, так как присутствует много запахов и очень много отвлекающих моментов. Может, поэтому Остеру не сразу удалось выполнить команду – найти пару туфельки. Но в итоге Оскар все-таки справился с заданием. Он только недавно приехал с учебки, вот только, грубо говоря, месяц вот этот начал работать с начала августа. Вот. Но успехи есть? Ищет, да, успехи есть потихонечку. Растерялся, очень много народа, все ярко одеты, он это, как объяснить-то? Ну, растерялся, испугался, можно так сказать. Инспектор-кинолог Кирилл продемонстрировал маленьким зрителям, как его питомец Остер выполняет самые разнообразные команды. А в заключении выступления сотрудник полиции ответил на многочисленные вопросы. Например, какая у собаки любимая команда? Команда «Апорт» – это самая распространенная, легкая, называется, любимая команда собаки. Самая нелюбимая команда собаки – это вот команда «Стоять». Они очень не любят эту команду, они ее категорически... Как только ты отворачиваешь, сразу вот и приседаю. Выбирают собак для работы в полиции очень тщательно, и экзамены у них довольно строгие. Один из них – испытание на выстрел, чтобы проверить, как животное будет реагировать на громкий звук. Если пес поджал хвост и бежит к хозяину, для службы он не годится. Ну, немецкие, восточноевропейские овчарки, они, как бы сказать-то, они незаменимые, они нестандартные, неприхотливые, универсальные собаки. Вот. А так сейчас уже собираются тренировать этих малинуа, бельгийская овчарка. Угу. Вот. Они тоже быстро поддаются к дрессировке, но у них есть лимит. Они как флешка забиваются и потом уже к своим годам начинают притормаживать. А восточные немецкие овчарки, они с каждым годом все усовершенствуются и усовершенствуются. Что-то изучают сами, что-то новенькое преподносят с каждым днем. За ними не уследишь. Знакомство со служебной собакой воспитанники Сергея Посадского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних восприняли с большим интересом и совершенно без страха. Понравилось, как особенно когда собака искала обувь. Вот, я узнала, как поступают собаки, скольки лет их нужно тренировать и как их тренировать. Катя, скажи, пожалуйста, у тебя есть собака? Была. Была, да? Какой породы? Колли, смешанная колли и овчарка. Такая вот была помесь. А ты ей занималась, тренировала? Нет, собака была уже старая, хромая, она только охраняла дом наш. Мне очень понравился пес. Он очень красивый, хоть и маленький, и кажется, что он уже довольно взрослый. Я всегда очень хотела собаку, и мне нравятся в основном все собаки.
Но некоторые, например, бульдоги, они мне не очень нравятся. Не очень нравятся, да? А какую бы хотела бы завести породу? Я бы хотела завести шпицы или йоркского терьера, но больше всего овчарку. Я буду ее дрессировать, чтобы она охраняла дом, хозяйство, меня защищала, сестренку младшую. Ирина Самойлова, Сергей Власов, День города.